Продолжаем. Сейчас на сцену выйдет тоже тот, которого вы давным-давно уже знаете, который, в общем-то, является организатором всех этих наших фестивалей. Это наш старый добрый друг, он всегда будет друг, и зовут его Андрей Федоров. С командой. Нельзя умирать. Я еще не увидел Тибет. Я еще не осмелился утром накинуть рюкзак и уйти по горам сквозь дожди, пробираясь к тебе. Я еще этим небом совсем не насытил глаза. Было всякое с нами, и горе усталая тень, и вокзальной тоски безнадежно звенящая песнь. Были майские грозы и льющийся хохот детей, и сосновый лесок на рассвете светящийся весь, и сосновый лесок на рассвете светящийся весь. Были вечные горы и море небесная гладь, были сотни дорог, были станции и берега, были люди, десятки сияющих глаз и улыбки такие, которыми топят снега. Было сладко бродить по проспектам и тропам лесным, и уютно сиделось на пристани даже без слов. Было радостно жить в ожидании новой весны. Было все по плечу и ложилось на ветер крыло. Было все по плечу и ложилось на ветер крыло. Но еще не качало меня на тибетском ветру, но еще не слепило меня той нездешней звездой. Мне нельзя умирать, ну а если я завтра умру, то не смею жалеть ни секунды случившейся до. Спасибо.